Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Майя Донцова старается вернуть отношения с Алексеем Купиным. Ради него она готова насовсем отказаться от алкоголя. Об этом девушка сказала в своем видеоблоге. Иосиф Оганесян прокомментировал драку между Сашей Черно и Машей Кахно. Он уверяет, что симпатии к Маше у него нет, они просто шутили. Саша же восприняла это как флирт. Денис Ковалев ждет расставания Саши с Иосифом. «Когда они уже расстанутся, — пишет он, — и я смогу подкатить к этой крошке. Замер в ожидании». Участники проекта «На острове любви» постоянно выходят в прямой эфир в Инстаграм. Никита Шеляков вышел в прямой эфир. Во время него он постоянно подливал себе виски. Рома Гриценко, который находился рядом, тоже был пьяным. У зрителей складывается такое впечатление, что трезвыми участники на Сейшелах практически не бывают. На остров любви скоро отправляется Катя Жужа по работе. Она сообщила эту новость своим подписчикам. Зрители удивляют, почему не получила развития тема беременности Алисы Летинской. Многие ждали, что девушка сделает тест на беременность или даже получит предложение руки и сердца от Виталия Малышева, но будущие родители предпочли все замять. Таким образом, стало понятно, что разговоры о якобы скором пополнении были обычным враньем. Ольга Бузова неожиданно решила вернуться к прежнему образу. Она нарастила себе длинные волосы. Многие отметили ее сходство с Ольгой Рапунцель. Причем, похоже, у них не только волосы, но и манера разговора и жестов. Мама Захара Соленко, Софья Владимировна, не собирается оставаться на проекте. Она считает, что мамам там не место. «Я приеду помогать Лере с Захаром, когда у них родится ребенок», – пишет женщина. «А пока оставаться здесь я не вижу смысла». Женщина осталась в восторге от проекта, как-то не странно. Саша Харитонова опубликовала снимки со своей сестрой. «Как же хорошо иметь такую большую семью», – пишет она. Саша Задойнов приезжал в Москву вместе со старшей дочерью Настей навестить свою младшую дочь Сашу. Девочки остались довольны совместной прогулкой. Кристина Лисковец и Федя Стрелков приняли участие в фотосессии. Ребята публикуют очень эффектные снимки. Ольга Рапунцель продолжает намекать на свою беременность. Она призналась, что стала много есть, бросила вредные привычки. «Скоро буду с вами», – пишет она, – «у меня очень много новостей для вас». Также Рапунцель рассказала о своем намерении пойти на курсы грамотной речи в Останкино. Там очень жесткие кастинги и трудные экзамены. Зато по окончании курсов она получит возможность работать на любом телеканале. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.